что Пуха в первом же рейде павел, когда мы пошли. Ты лучше на меня кинул? Ну да, вроде как. Кинул. Мне его нет, я его тебе дал. Сейчас комбат спадет, и тебя просто веди на одно. А, ну вот. Че, может, на звездочёта сначала? Нет, пошлите сначала, Роб. Блять, эти фласки перепивать по 100 раз. Куда ты фласки пьёшь? Ну, Сапрот, Кельда, Звет, как его... Остальные СПД. Анхатя. Да хуй знает, я оставлял. Кельда. Ты, блядь. Наоборот, Сапрот на Кельде мешает вас троллить. Там долгий контроль, так сопрот не обязательно. Там только может хилам. Сопрот и танк. Человек ДДР, ДД не надо там сопрот. Ласки. Танк везде его глыщ. Кто там? Да, лок 90. Это стрёмная кошка, чё переживает? В коллекцию пойдет. Джо почуял то, что нельзя дома. Че, зачем его откинули? Дураки потом. Реально стабилизировали сервак и не лагаю, так приятно дамажить.
мой дальний. Сучий глаз. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Большой. Куда вы, блять, отталкивают? Разбивают. Я хочу по танкам. Ты на больше. Я Войт и Никитос на рендже. Все остальные бьют босс. А я? Хилишь босс.
А япончик спекается, чтоб это да. Без ДЦ будет. Сопроты обязательно. ДЦ нету. Кават на боссе, да? На него на пол. Да. Даю проверку. А у кого протаура? Освободите, пожалуйста. Да, убивать будут. Если все с сопротами. Смерть без сопрота 1000 сразу. ДЦ нет. Все готовы, поехали. Никитос, очистите сразу. Уничтожению. Расчет силовых параметров. Смотрим за Авро. Принятие альтернативных мер. Расчет силовых параметров. Альтернативных мер. Принятие альтернативных мер. Лаки скинь. Принятие альтернативных мер. Расчет силовых параметров. Раскол есть, Локи? Не лучше сейчас. Расчет силовых параметров. Драгон нажимаю на салют. Я отдал тоже, наверное. Лишь далеко. Принятие альтернативных. Талдрам по ауди салют. По кому? Ауди. Разделим на раскол. Принятие альтернативных мер.
кого сальва есть плюс? Денчик только остался. Сейчас посмотрим. Принятие альтернативных мер. Денчик по Элрею. Не надо, я так скину. Он же рогач. Ничего, ну дал, Сейчас бы по роге давать. У кого откатится по ауди? Даркис. Ладно, пока не жми. Есть раскол, Даркис? Ага. Я тебе по-полу. Расчет силовых параметров. Как откатить, сразу жми. ЖЖ, через 10 секунд дам сальву. Расчет силовых параметров. Локи, раскол есть? Принятие альтернативных мер. Им на ману Мозера, да? Каску дайте. Тотем прилива маны просите отдай. Цаль, у кого еще есть? Принятие альтернативных. По Мозеру. Расчет силовых параметров. Тучка. Альтернативных мер. Ну и она дашь свой БР по локи. По Мозеру сальву дать. Расчет силовых параметров. Нету. Чужеродная форма уничтожения успешно завершена. Мне дашь свой это. БР поможет. Только после коста. Баф обновить поим. Принятие альтернативных мер. Жужжин, 10 секунд сальма. Чё, раскол Даркс есть? Тогда лучше по Даркису сальмит. Он следующий. Босс уже бил. Угроза нейтрализована. И так добьёте. Заметил. Принятие альтернативных мер. Расчет силовых параметров. Отключение силы. Короче, как я понял, Ретрик в 4-5 спокойно может тут первое место занять среди таких ДД. Поваров нету, типа, агро похуй, нормально идет. Да нет, я к тому, что ТПС и так дохуя. Я наравне с тобой бил. Двух куска. Я диван давал. Я просто. А мне СС не было. Вары за 2 минуты могут 50% отгрузки. А паладин только 10.
почему 10, 20? 20 сальва, да? Ну, да, 20, по-моему, разгребаем. 10% за 10 секунд. И 20. Сейчас я точно. 2% 10 секунд. А, значит, да, 20. А если еще билд переделать? Нахуй билд переделал. Мы же не в первый раз здесь доходим. Два куска четырех, ну ничем не отличается, кроме как тычку добавляю. В принципе. Ебать, разница. Либо ты 800 тысяч, этой тычкой там на нем. Или сколько там? Тебя тычка 870 тысяч на нем. Причем тут тысяча наш на ДПС не влияет. Влияет на урон только. Две минутки. О, ну ты столько нанесла, Паша, долго бил. Отойдите, патруль идет. Он, блядь, по КДК скинул.
Драгонсон, я не гену, я снимать не буду. А ты можешь мне начислить и ему снять? Я не буду ничего перечитать. Сразу эти вопросы нужно решать до выпадения. Мелкий. Лут на себя поставь, то воронки падать не будут. Порты суеверным достал. Всем привет. Я сегодня дуль выбил. Ты заметил, что у меня воронка до сих пор не упала? Кирс, ты что ли? Конечно, заметил. Да, я по улице иду просто. Хуёво, что ты по улице идешь. Магов нету, нихуя. Ну, подождете минут 15, подойду. Вам начинаете лучше. Ну, как раз на келе подойдешь уже нормально. Так я раз там могу копить, могу. ОКХМ. Заебал. Вставай, салам алейкум. Ждешь уже, тратить будет. Тут оружие 400-го и там... Вчера почувствовал, каково по кайфу быть там ДД, а не хилом. Ебать, опасность. Пожим массуху на рейд, давай. Один на хп отдать. Если б диспелили, отдавал бы пара. А чё, ни гена не отбирала, нет? Нет. Мы же тебе сказали, никого нету из вас. Ну, ждите. Сейчас с экзамена приду скоро. Нету. Ну, сразу бы ешечки попёрли. Лёш, по-моему, тебя кто-то сглазил. Серьёзно. Мне через 10 минут... А мне опять интернет сделали. Через 10 минут. Надо будет отдойти машину. Подъезд. Так что перед боссом перекур дадите на 5. Кроссмак подойдет. Был я ж. Диспельте. Вот видишь, как оно поперло, да? Это не знаю, то ли ты это сглажен, то ли я везунчик. Ну ты на себя одеяло давай не тяни тут. Патруль. Я не знаю, типа мы ходим с Лешей. На самом деле, мобы, патруль. Срочно на 4-5 минуток надо дойти. Я бы сейчас не обрел.
с одной монетки бы, блядь, не упал, если бы. Побегай, побегай, блядь, эвейт ёбаного пустоты вот этого. Беги. Хорош. Я бы вообще, Лёха, на твоём месте бы сказал, это выгорит, неудачники, ребята. Я сегодня с одной монетки один бриллиант, нахуй. Ну да, ещё 1000 в запасе монеток. Лучше бы бриллианты. Бля, вот сейчас в этой новой рулетке ты 1000 так долго купить. Раньше нажал и все, а сейчас ждем. Сейчас второй сагрить, отойдите в сторону. Ну, собаку бери. Осторожно, бегите. Бегим. Сзади мобы, мобы, мобы. Опасность. Опасность, опасность сзади. Давай темную устраиваем. Устраиваем. Еба, устроили. Их ебану. Зачем вы их теряете? Давайте уже в одного, у которого меньше хп. Бать, они хилят друг друга. Вот этого бейте. Потом легионера второго. Бать, они хилятся. Как там магистр Йода говорил, сконцентрируйте огонь на ближайшем корабле. Торговая миграция. Я сейчас тебя прям молодым почувствую. Что, старый, что ли? Ну, я себя очень молодым, прям пиздюком почувствовал. Как-то... Пусть мне что-то... Интернет мозги, блядь, метку, я буду стоять с меткой, что-то я вылетел. Ну, это ГП. Просто в сторонке останемся. Без пальца. Патруль. А, пытаюсь забить немножко, но встречится быстрее. Только выкидывал. Я отдавал кулаки, а что-то. Ну все уже. Дохнешь, что ли? Да нет, он просто пропал. А, нет, стоп, ты после робота ребафал? Ничего не ребафал.
Вот. Я сдох на роботе, когда встал. Ну, в смысле, не сдох, диван давал, я бафал клоки. Он не мог спасть с тебя. Так я же потом сдох. Поляев. Я понял тебя, да. Ну, круто же, да? Я понял, о чем ты говорил, когда ты убивал пацанов перед входом в цел. Прикольно то, что бот шарит, что надо кидать молотки. Угу. А чё перерыв-то у нас? Следующий босс перерыв. Сказали перерыв перед звездочётом? А, окей. На самом деле она мало бьет, по 17к где-то. Это без бафа. Молоток? Да, по челикам. Да, вот по 17к. Не знаю, 22 залетел. Без каски. То есть, в смысле, только с каской бафал.
Ну вот то, что у меня было, 22. Это каска, да. Тогда, когда это делал, думал, там будет побольше цифры. З. Просил Драгона, что-то на два куска я с ними почти не ходил с двумя. Если ты денечку, я же тебе говорил, одеваешь 2, ты 10, все. Радуешься жизни. В пробелах просто ты 10. Он с какой джаги спрашивает? Какой джаги начинать на двух кусках? Красную ставишь, крылья прожимаешь. Дальше синяя, желтая. На Аларе можно вообще только красную, желтую, синюю хуярь. Вот это типа спорное, типа, если Геру сразу дают, то лучше желтую, наверное. Чем красную. Хуй знает, желтую ты тоже должен настакать. Понимаешь, суть-то в стаках. Не знаю, что вы решили, потому что 2-4 больше крови. Ну типа сколько я не смотрел, вот эти вот жалкие 300 тысяч, допустим, а Т4, это вообще хуйня. А 50 сил компенсируется Т10-3. Да я ходил, потому что у меня Т10-х не было. Типа вы должны понимать, то, что Т4 сжирает стат. А что там Т10, подожди, дает вообще? Есть почта у кого? О, для сравнения. Благодарю. Посмотрите разницу в статах. Да не, буря столько не надамажит, чем Т4, Т10. Никогда. А Т10 шанс прога буря. А буря это, блядь, дополнительный урон. Да, когда у тебя время сжать этот бурю. Нет. Да, у меня дохуя времени. Это время, когда буря сжает. Типа единственное, когда у тебя нет времени, это когда ты прожимаешь крылья под прок красной джаги. Все. Ты в этот момент только одну кнопку ебать. А все остальное время у тебя есть возможность прожать бурю. Допустим, желтый-синий джагой, ты в любом случае будешь хуярить бурю. Потому что на буре больше шанс того, что у тебя крит выпадет. Это спорно, это надо тестить. Я, блядь, сколько тестю, типа, у меня, как правило, под проком синий.
получается, экзорцизм уходит с первого, потом буря, сразу пробки, уходит опять экзорцизм. Вот так они поступают. Странно, что у тебя экзорцизм так мало, как буря дамажит. Ты учитывай то, что я желтую джагу. Сколько у тебя маг крита? Процентов 47. Ой, 47. Меньше. А нет, 47, ну... Типа, в чем суть? У меня просто буря чаще критует. А сколько гильдных шмоток у тебя? Нихуя. Да, 5. У меня 51%, ну почти 52. Магическое? Ага. Ты вообще через гору как бы играешь? Я не знаю, как у вас там через гору играет. Мне это выгоднее тем, что у меня буря все же зависит от РПБ, а РПБ немножко, вот 8% жалких есть. И это мне позволяет стаки опять же собирать для фетиша и остальных. Да, только при желтой джаге РПБ вообще нахрен не надо, потому что там весь физический урон переходит в магический. Я, блядь, не знаю, каким раком вы читаете, это работает только для автоатаки. Ну, для всех остальных скиллов РПБ остается актуально. Автоатака, это написано. Ну, да, это... да, и я за автоатаку. Это какой паладин только что за РПБ рассказывал? Что оно надо? Да-да-да, скажи, пожалуйста. Нет, оно не то, что надо, я говорю к тому, что оно имеет свою, блядь, свой шанс на жизнь. А ты волю не хотел себе на паладина? Хорош. Когда она была актуальной, когда она была топовой, я думал ее вырвали по приколу, побегать. А лучше а почему по приколу? Потому что, во-первых, она давала РПБ, а у меня РПБ было мало. Я хотел посмотреть, что будет. Во-вторых, мне нравился прок на хосту. РПБ надо только в Т-10, 4 куска. Ну типа да, я в Т-10 бегал, да, 4 куска. Мне было похуй на ваши Т-4 без понтов. Все зависит от интернета вообще, по большей части. Если тебе интернет позволяет постоянно бури крутить, без подлагов особых, то в Т-10 было интересно бегать. Ну, у меня вот сейчас в рейде обычный крит 61%, а макс крит 61%. Чё там с этим? С Кирс? Ну, он топает вроде. Перерыв давно закончил? Минуты две назад, три. Четыре. Так, вы в ретриках. Артемия. Четыре хила хилите. Артемия в танке, Войд в танке, я в танке. Я на... Блять, на мах надо. Дикирс. В скорде вообще нет. Ну мах нужен, надо ждать Кирс. Для контроля бан. Давай я зайду на мага по контролю и все, и потом на пола обратно зайду. А толку ДПС тоже нужен, как бы. Варов нету, паладины касты будут. Касты будут сбиваться на кубну. Три паладина, три каста. Четыре. А чё шаманы? Чё роги? А чё ты? Не. Блять, я рукожу. Ты даешь стан 5 секунд, и в течение этих секунд, еще никаких костов не будет вообще. Есть шаманы на подстраховку. Где мы в диминишинг не уйдем станами? Ну вы же не, блядь, не одновременно все станы ждаете, блядь. А через секунд так 10. Да он за два стана уйдет, я еще лягуху буду кидать. Че, мы будем мага ждать, нет?
Желательно, да, надо мах. Просто если да, я пока офну, чтоб рот не. Давай, да? Мага подождем. Чё? Мага подождем сейчас. Скажите в дискорде, я зайду. Кир, здесь, чтобы хоть контроль был. Без мага будет просто сложно того моба контролить. Придется двоих заливать. А кто хочет двоих мобов заливать? Что-то мне кажется, это хуйня полнейшая получится. Там раньше как-то шипы могли контролить, нет? Или он не может пока доходить? Пончик, ты пиздец, лучше молчи. Не, нифига могут, у тебя толку с этого. Есть контроль над разумом на одну минуту. Вот такое. Это типа именно контроль, да? Контроль уже не работает. На острове замка не бывает. Обычно по 3-4 мага, блять, а тут ни одного вообще. Я не знаю, если МК действует и оно проходит, за что бан? Нелогично, ни хрена. Делает иммун, пускай. Завтра вы будете в рейде без меня. Потому что я пойду хантом, другой давай рейд, насматривать кадры. РТ только поставьте, ты а то если не будет в календаре. Я в дискорде буду, но я буду просто в другом рейде в это время сидеть своим хантом. Хочу посмотреть немножко людей. Говори. Это случаем не гильдия Легион оф Фир? Да, она. А чё, вы хантли? Детёныши выискали. Ты переманиванием будешь заниматься? Это не знаю, это мне просто Лёха жалко. Меня нет, завтра нет. Тоже, скорее всего, не будет. Я буду переделывать свою работу. Обычка у них. Завтра целка 25 обычка. Мне как раз и ханту нормально будет. И посмотрю, какие там кадры есть. Ну а чё, Денчик, хватает? Дают пароли на успех. Я бы взял бы ещё престов, локов, хантов. Магов. Ляш, слышишь? Я завтра курсач буду делать, у меня завтра, скорее всего, не будет. Завтра адмирал будет. А какой завтра рейд будет у ДВА? Не знаю, АХМ или ЗС, или РС. Посмотрим, по факту. Могу опоздать завтра с работы на час. Пробок зависит. Чё там с Кирсом? 3-4 минуты написал. 3-4 минуты, окей. Ждем. В принципе, у нас остался этот босс и еще один, да?